Пермские айтишники из компании Insight Electronics решили научить российских промышленников глобальной экономии. Для этого была разработана специальная комплексная платформа эффективного управления энергоресурсами. Да, можно сэкономить и на буханке хлеба, и на потреблении энергии в высотном здании, в небольшом здании, на производстве, на заводе, на чем угодно. Речь идет о системе, собирающей и анализирующей данные об энергопотреблении с тем, чтобы затем выстроить энергоэффективную работу на объектах любого масштаба. Сервис работает на основе технологии интернета вещей. Команда наших инженеров разработала систему, которая позволяет отследить количество энергии, проходящей в зданиях, на заводах и так далее, собрать эти данные в какую-то общую единую базу данных и проанализировать их и сказать, что работает правильно, что работает неправильно, где можно сэкономить, где нельзя сэкономить. В целом корректно говорить об экономии от 20 до 30% различных видов энергии. В чистом виде конкурентов и аналогов пермской разработки пока не придумано. Вот эта система защищена 6 патентами. Патентами на изобретение. Здесь есть патенты на программное обеспечение, на оборудование, там 18 видов таких подобных контроллеров, которые собирают эти данные и обрабатывают. На аналитическую часть тоже. В тестовом режиме разработка запущена в эксплуатацию на промышленном зерносушильном комплексе, одной из пермских кафе-кондитерских, в котельной и административном здании. Первые данные о результатах использования системы на объектах появятся уже в начале осени, а полный коммерческий интерфейс продукт получит примерно через полгода. Роман Попов, Алексей Немтинов, телекомпания «Ветта».